Приветствую вас, суперлюди, дамы и господа. Будет такое небольшое короткое видео. Ну, вот представьте себе, что вы, к примеру, житель небольшого городка или, ну, не городка, а поселка. Вот. В вашем поселке примерно есть там, ну, какие-то потребности, нужности, сложности, там всякое такое. Все это есть. Вот. Ну и вы, что вы делаете? Вы берете технологию дирижабля и предлагаете своим, ну, жителям, вот, и строите ее. Строите, дальше берете пилота себе, то есть уже как бы в этот, зарплату, вот, и начинаете решать свои, ну, скажем так, то есть улучшать у себя в своем городе, в своем городке, улучшать свою, ну, собственную там жизнь города и так далее, или городка, или поселка. Вот, что же мы делаем? Мы, по сути, с вами, то есть суперлюди, то есть сообщество суперлюди, Not Money Space, сайт, криптоигра, дирижабль, мы с вами рождаем эту технологию, создаем технологию дублицируемую для постройки вот таких вот дирижаблей. Что нужно? Вначале нужно 10 тысяч человек. Дальше, я думаю, уже будет все по-другому. С вами был я. Пока.